Здрасте. Всем, друзья, приветульники. Мы продолжаем играть в ферму. И у нас наступил следующий день после того, как закончился дождик. И через 5 минут дождик пойдет опять. Хотя, кстати, на небе не облачко. Но прогноз погоды говорит, что через 5 минут пойдет дождь. Посмотрим. На самом деле, с учетом того, что в 6:30, по-моему, небо тупо обновится, тут же в этой игре такая охрененная динамическая смена времени суток, что хочется плакать на самом деле. А так вот, давайте эти 5 минут посмотрим, что у нас вообще на ферме происходит. Значит, смотрите, друзья, у нас здесь растет хмель, и на соседнем поле еще растет сорго. Это то, что я посадил в прошлой серии. Точнее, после урожая, после прошлой серии. Это все еще не созрело, а вот еще у нас на соседнем поле растет проса и мак, и это все у нас уже созрело. На уборку ставить смысла вообще никакого нету, потому что сейчас пойдет дождь, и идти он будет долго, и в общем-то нет смысла. Вообще, когда я заканчивал ночь, дождя быть не обещало. Может быть, какой-то рассинхрон сейвов получился с ноутом, и как будто, знаете, с прошлой серии погода подхватилась, точнее ее прогноз, не знаю. Ну, в общем-то, ладно, погнали тогда посмотрим, что у нас происходит такого интересного. Во-первых, как видите, на балансе у нас 10,5 миллионов есть, а значит, мы сможем пойти добывать нефть. И заводик наш, друзья, строится и уже построился на 73%. Может быть, к концу дня, кстати, он до конца и построится, тогда запустим его. Хлебобулочный наш завод уже построился, и в прошлой серии как бы можно было его уже запускать, но я же все жду вот урожая. И, судя по всему, придется это все дело немножко еще отложить. Хотя можно привезти сюда все, кроме зерна. Зерно так-то по автодрайву будет. Ну ладно, не знаю, посмотрим, может, сегодня и сделаем. Также, друзья, наши животные, у них, в общем-то, все неплохо. У коровок есть еда и все остальное. У лошадок еда тоже пока есть, что-то они не сильно эту меласу-то и жрут. Да и все остальное тоже. Они выгуливаются, уже 33% не прокачаны. Ну и, друзья, заводик, который Black Diamond, который у нас делает вот эти вот нефтяные вышки, судя по всему, уже сделалась. У нас вышка пошла, уже вторая даже делаться. Кстати, закончилась совсем недавно. То есть 50 тысяч, 50 литров. Она 50 тысяч, судя по всему. Давайте ее как раз и выгрузим и посмотрим на нее со стороны. Вот такая вот здоровая хреновина. Ее нужно будет отвезти нефтяной насос. И его нужно будет отвезти на остров. Я, кстати говоря, небо поменялось, но дождем не пахнет. Странно. Я, кстати говоря, никогда нефтью не занимался, и я только в теории знаю, как это все делается, поэтому я не удивлюсь, если сейчас мы увидим какой-нибудь эпик фейл. А вот, кстати, и дождь пошел. Черт, солнце светит, не облачко, и дождь пошел. Фарминг-симулятор, лучший просто. Ну, значит, сегодня мы под дождем. А, значит, что нам надо сделать для нефти? Нам нужно, во-первых, купить кусок острова. Возьмем вот это за 10,5 миллионов. Тут как бы есть, конечно, подешевле, но хочу этот. Покупаем его. И, друзья, нам нужен вот этот вот трактор и фреза. И мы сейчас отправим это на тот остров. Только там, скорее всего, нет точки. Остров с нефтью. Но у меня есть подозрение, что это не то, что нам надо. А что здесь еще поблизости? Наверное, вот это. Мост 666... Нет, там, наверное, она под низом проходит. Может, нет. Да, она здесь под низом проходит, это нас не устраивает. И выезд сюда тоже некрасиво. Наверное, на Хайнц надо ехать нам, и все. А Хайнц, наверное, это стройка здесь будет, да? Да, Хайнц билд. Ну все, едь туда тогда. Также, друзья, нам нужен вот этот вот грузовик, который идет с платформой. С помощью него мы повезем нефтяную вышку. Ты, в общем-то, едь в сторону того заводика тогда. А мы тогда перемещаемся на остров с нефтью. И да, видите, эта точка находится в воде. Это, видимо, для парома. Значит, смотрите, у нас есть вот такой вот остров, и на нем лежит куча песка. Песочек этот, короче, мешает он мне. И его надо отсюда убрать. Я это делать буду фрезой и большим прицепом. Потому что его здесь дохрена, и какими-то правильными методами это все делать, как это задумано, мне кажется, не очень интересно. И, короче, где-то под этим песком нужно будет поставить эту самую нефтяную вышку. Надо будет найти правильное место. По задумке, конечно, это все делается с помощью экскаваторов, песок вывозится и все такое. Но у меня нет ни желания, ни времени сейчас этим заниматься в одиночку. Поэтому мы сделаем так, как мы сделаем. Вот сюда, я так понимаю, приедет у нас наш трактор, и мы спокойно отсюда доедем. Я вот только единственное думаю, что здесь песка-то больше, чем 3 миллиона литров. А значит, нам, скорее всего, понадобится еще один трактор-прицеп. Вот эта штука, здесь у нас перегрузка идет в нефтяной танкер. На самом деле, можно купить кораблик. Есть такой танкер для нефти. Вмещает 1 миллион нефти. Стоит он сам 2 миллиона. Но мы этим заниматься не будем. Мы просто посмотрим, как эта самая нефть добывается. Вот это, кстати, похоже на скалы с глинитом.
Возможно, их тоже можно взорвать динамитом, и здесь будет галенит. Есть у меня такое подозрение. Я не удивлюсь, если так. Можете попробовать, если кому-то будет не лень. Давайте, друзья, на всякий случай арендуем еще один прицеп на 3 миллиона литров. Он стоит копейки. Возьмем какой-нибудь средний тракторок, который ездит хотя бы 50 км в час. И отправим его туда же. Черт, я не тот прицеп взял. Мне нужен вот этот. Все, подцепляемся. И давай тоже ездить в ту сторону. Тем временем наш грузовичок уже почти доехал до заводика. Трактор еще не доехал. Давайте его перехватим и поедем загрузим эту самую нефтяную вышку. Здесь у нас в меню можно в автозагрузку. Где-то мне попадалось... О, нефтяной насос. Давайте его и загрузим. И он на автопогрузке сейчас сюда залетит. Да, залетел. Здоровенная вот такая вот хреновина. Тогда выезжаем отсюда и отправляем тебя. А его без автозагрузки, по-моему, отсюда и фиг вывезешь, потому что он в эти двери не пролазит. Или там есть еще побольше двери. А, справа... А, они тут тоже не сильно большие. Ну ладно, есть как есть. Давай, друг, тоже едь тогда на Heinz Build. Ты же дорогу найдешь? Найдешь, молодец. Ну и вот, друзья, пришла пора найти месторождение нефти, если можно так выразиться. Читерская фреза, читерский прицеп. В общем-то, погнали здесь все это вот пылесосить. Друзья, мы собрали первую вот эту вот кучку, и я понял, знаете что? Что нам мало будет этих двух прицепов, надо больше. Песка здесь очень много. Я не помню, то ли я где-то прочитал, то ли мне кто-то сказал, то ли кто-то в комментариях писал, что, в общем-то, триггер это должен быть именно вот под кучкой песка. Чем здесь все вот это вот искать, пылесосить. Поэтому, наверное, в первую очередь мы с вами проверим именно эти места. Но предварительно давайте, друзья, мы еще возьмем еще один такой прицеп и еще один трактор. Мне кажется, понадобится. Ну и продолжаем тогда пылесосить. Вот оно, друзья, походу. Вроде как нашел, откопал. Это нам даже еще один прицеп не понадобится. Я на самом деле уже был готов просто закрывать игру и делать прицеп на миллиард литров. Судя по всему, это оно. Ха. Ну что ж, меня это радует, конечно же. Я, друзья, не буду вам палить, где это место, чтобы у вас тоже был интерес самим это все дело найти. Но сейчас, друзья, кажется, что я все делаю не так. Кстати, я вот, если вот отъехать отсюда, опаньки, пятно-то исчезает. А если подъехать, то оно появляется. Ну давайте выгрузим сюда эту штуку. И сейчас окажется, что я не прав, да? Не-не-не, установился. Все установилось, все хорошо. Ну что ж, у нас здесь получается вышка. И у меня есть подозрение, что она ни хрена не работает, потому что нет никаких звуков. Но мы, друзья, делали еще буры какие-то, кроме вышек. Наблагодаем буровой вал. Есть у меня, короче, подозрение, что эту штуку тоже надо сюда привезти. Чтобы быстрее было, за этой штукой мы отправим вот этого товарища. А у нас все равно поддон умеет возить. Я думаю, что эти буры на поддонах. Точнее, буровые валы. Пикап туда доедет явно быстрее. Ну и, друзья, весь песок, который мы собрали, а это получилось 4 прицепа. То есть я справился с поисками довольно быстро. Причем я в рандомные вот эти кучки, я их не подряд, в общем-то, а в рандом все собирал. А песок этот надо продать, потому что он нам не нужен. У нас так вот на базе есть на порт Вашингтон. Так что, товарищ, давай едь это все дело продавай на порт Вашингтон, потом в магазин. Ты, друг Фэнд, то же самое есть продавай. Ты, дружище, просто едь выгружайся на тот же самый порт Вашингтон и потом паркуйся. Это наш трактор, не арендный, так что он возвращается потом на базу. Ну и последний незаполненный прицеп, который у нас получился, давай тоже продавайся и потом едь в магазин. Еще один у нас тут остался, но на всякий случай, ладно, пусть стоит здесь. А ты, друг, кстати, тоже едь, паркуйся. Знаете, друзья, я вдоль и поперек эту штуку все обошел, меню глобала нигде нет. Ладно, попробуем привезти эти валы буровые сюда. Хотя у меня есть подозрение, что еще нужно какое-нибудь топливо сюда. Сейчас, короче, у меня ничего не получится, я пойду гуглить. Так, вот таким вот образом выглядят эти самые валы. Они на длинных поддонах. Короче, автопогрузка мне здесь не поможет. Просто трубы на самом деле какие-то. Или длинный поддон можно сюда запихнуть? Можно запихнуть сюда один длинный поддон на автопогрузку. Но он не запихивается, кстати. Хотя вроде лонг-палеты стоят. Ничего нельзя, но с другой стороны мы...
просто его привязываем и отправляем. Отправляем его на нефть и, в общем-то, пускай едет и везет. Между тем у нас, кстати, почти продался первый прицеп с песком. И это все нам приносит, сдынь, 194 тысячи. Ну, значит, у нас будет около 2 миллионов после того, как весь этот песок продастся. Последний прицепчик, друзья, у нас продался. 360 тысяч еще и итого 2 миллиона 300. Значит, привезли мы сюда эту хреновину и попробуем ее куда-нибудь здесь высыпать. Вот сюда оно высыпалось. Анимации никакой нет. В глобале тоже нигде нету. Я хоть убить и не понимаю, что я делаю не так. И знаете что, народ? Я был прав. Там действительно нужно еще дизельное топливо. Я думаю, что вот этого вполне себе хватит. Нам же главное запустить и посмотреть, как это работает. Все, давай, едь, выгружай нефть. Точнее, топливо на точку нефти едь, давай, да. А мы пока вот от этих товарищей избавимся, которых мы в аренду тут набрали. А в аренду я много набрал. И тракторов набрал, и прицепов набрал. И все оно нам больше не нужно. А ты, дружище, тогда едь домой. Ты у нас живешь на базе. Едь туда, паркуйся. Черт, ну как же ж так-то? Не, нормально все. И вроде как вот сюда вот это все надо будет выгрузить. Да, видите, дизельное топливо. Выгружаем. И нефть у нас пошла качаться. Вышка заработала. Все классно. Твою мать, у меня зависла игра. Какого черта? Я хотел отправить этого товарища домой, а у меня все зависло. Отвисло. Автодрайв тупил и пытался найти путь. Все, давай есть. Пытался найти путь назад. Но вроде как все нормально, все работает. Значит, друзья, у нас тут все качается, все прекрасно. И через какое-то время у нас появится нефть. А мы с вами встретимся тогда в следующей серии, когда у нас закончится дождик. А когда он закончится, мы приступим к уборке наших полей и запустим булочную вот эту вот фабрику. Булки будем делать. Если к тому моменту у нас созреет наши поля, вот эти вот оставшиеся с хмелем и сорго, и достроится пивзавод, то, соответственно, запустим и его. Поэтому, чтобы не пропустить все это дело, подписывайтесь на канал. На Бусти сезон можно досмотреть уже до конца, скорее всего. Может быть, и всю карьеру уже там можно досмотреть до конца. Тем, кто подписан на Бусти, друзья, вам огромнейшее спасибо за поддержку. Ссылочка, если что, в описании есть. А самый прикол, друзья, в том, что нефть нам не нужна. Просто посмотреть механику. Мы это делали. Потому что на всех заводах, где требуется нефть, ее можно купить. Тут даже тюки какие-то на рынке еще остались. И даже фрукты, овощи какие-то еще поставались. Я уже давно сюда ничего не завозил. Но, судя по всему, мало чего осталось. А еще у нас тут есть мед. Есть мед и воск. Так что да, медовуху будем делать только в путь. И есть еще ульи, если что. Короче, все хорошо у нас. Вот. Всем огромное спасибо за просмотр, лайки, комментарии не забываем. С вами был Никита Дилей, и всем покаки.